Китае завершился конкурс на звание посла ПАН 2012 года. Из 60 тысяч участников со всего мира до финала дошли 16 человек, а гордое звание посла ПАН получили только трое. Для многих конкурсантов это была первая встреча с любимым животным. Они не только увидели больших пан вживую, но и получили возможность покормить их. Впрочем, задача состояла еще и в том, чтобы заставить медведей выполнять простые упражнения. Это было очень здорово. Панды проделали действительно отличную работу. Они стояли, ходили, приседали, а затем хватали яблоко, с помощью которого я заставляла проделывать их все эти трюки. Они молодцы. Победители конкурса получат годовую стипендию в размере 20 тысяч долларов и весь следующий год будут участвовать в программе по сохранению популяции больших пантов.